Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина Глушкова. У меня два высших образования. Я прошла обучение в ассоциации прикладной зоопсихологии по курсу кинолог, зоопсихолог, консультант. Я действующий спортсмен первого разряда, судья по спорту, координатор по развитию кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства в Минспорте. Я занимаюсь дрессировкой уже 13 лет. Сейчас у меня 4 собаки. Немецкая овчарка 12 лет, метис лайки 10 лет, мопс 8 лет и немецкий пинчер 4 месяца. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и отвечу на все ваши вопросы. Приятно познакомиться!